Поехали дальше. Вот вижу ячейку. Да, это что у нас? Ячейка. Фрагмент ячейки энергии. А, так, это что? Вот, кстати, слух какой-то. Так, а сюда я не смогу переместиться? Только вот сюда, да, получается, самое близкое. Ну, давайте переместимся. Короче, попробую пособирать все то, что осталось. Все то, что это, не собрала когда-то. А потом уже пойдем дальше. Так. Значит, направо и потом вниз. И вот сюда бы желательно нам сходить. Ой, отвали. Уйди, противник. Так, я бы, наверное, знаете, что сделала. Так, сейчас. Ой. Я бы поменяла все-таки на меч. Меч, он как-то привычнее, что ли. Тем более, для него не нужна энергия. Вот что. Для него не нужна энергия. Так, ну туда. Я особо ни с кем драться, наверное, не буду. Так, там что-то наверху было, подожди. Блин, придется убивать. Там что-то наверху. Так. Фрагмент ячейки энергии. Много каши ел. За достижения дали. Много каши ел. Прикол, у меня теперь энергии больше, да? А почему она здесь, кстати, не отображалась, эта ячейка? Будьте здрасте. Так, главное, отображается, а это не отображалось. Или я ее просто не заметила. Странно. Так, получается, вниз. 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 Сюда. Дальше вниз, да? Так, там что-то есть, кстати. Мне показалось. А, нет. Здесь какой-то рычаг, но не знаю, нужен ли он мне. Так. А, так, здесь какая-то опять дверь. А, так может рычаг для этого и нужен? Дверь вот эту открыть. Кстати говоря, да. Точно, точно. Просто как бы я думала, если я здесь была, то я должна была... Да, блин. Должна была его нажать, но походу не нажимала. Нажимай. Походу не нажимала, смотри. Странно. Как-то пропустила этот момент. Так, ладно. Так, еще ячейка энергии. Замечательно. Здесь получается, вот раньше, в первой части там можно было, короче, собирать и ячейки энергии, и ячейки жизни. А здесь ячейки жизни только получается в этих, что ли, в навыках можно увеличивать. Не совсем понятно тоже. Что ты, зараза? Так. Как хорошо, что здесь автосохранение, и не надо вот это вот, как в первой части, нажимать, сохраняться. А чуть вот забудешь сохраниться, и все, и трындец. И трындец. Вниз, короче, мне надо. Вниз, вниз.
зараза. Так, блин, подожди. Что-то кажется, вон как здесь можно. Так, ладно. А дальше? Ага. Хорошо. Светлое озеро, подлунные норы. Воу-воу-воу-воу-воу! Что творишь, собака? Уйди, противный, не хочу я с тобой общаться. Так, мне бы, наверное, восстановить немножко жизни, а то что-то это. Так, а мне надо вот на эту фигню запрыгнуть. Так. Так. Ага. А как это открывается? Интересно узнать. Вот, кстати, жизнь восстановить, да, можно? А, здесь какие-то зыбучие пески, что ли? Так, я вообще не туда пошла. Мне это, по идее, вниз надо. Я пошла куда-то наверх. Подожди. Как вот эта фигня открывается? Сюда какой-то ключ, наверное, надо. Так, мне вниз надо. Я не туда пошла. Уай, отвали, противный. Ой. Так, ну-ка я восстановлю жизнь. И вот это вот заберу. Это же мана. Уай-уай-уай-уай-уай. Уай-уай-уай. Уф. Так, хорошо. Их же снаряды... Да, кстати, точно. В первой части тоже же такое было. Но я не ищу легких путей. Как всегда, в принципе. Ой, как я не люблю такие места. Как же я не люблю такие места. Ой, как я не люблю такие места. Ой. Как же я не люблю такие собака места. Стреляй. Ай, блин, ну ты что творишь? Так. Да мы что взяли? Но это не то, что я хотела на самом-то деле. Это не то. Ой-ой-ой, не сюда. А, я теперь дышать под водой. Под водой могу? Так, подожди. А это как? А это как? Нет? Нет, да? Не катит, да? Так, и что здесь делать? Интересно мне узнать. А зачем, когда можно так? Зачем, спрашивается, было мучиться что-то там это? Так. А для чего это? Что это вообще такое? А-а-а! Тьфу ты, ёшки-матрёшки! Вон оно что. Подожди. А как я должна успеть? Ах ты собака! Как я должна успеть? Скорее всего, от выстрела. Да, возможно, кстати. Ух ты, пес. Там надо просто попробовать прыгнуть, получается. Ну-ка. А, хрен-то там, да. Хрен-то там. Ух ты, блин. Да, блин, да ладно, помри уже. Так, а, я... А, точно, я отсюда же могу. Точно.
Но это прям надо прям успеть, успеть. А, нет, так не работает, смотри. Это же надо вот тут быть. А, хрен-то там, не успеешь тут. Ладно, фиг с ним, я думаю, это не сильно так важно. Ну, как бы, да, очки навыков, но... Я думаю, мы их еще наберем. Я думаю, это не проблема. Так, а я вообще куда шла? Я вообще шла вот туда дальше, наверное. Туда дальше мне надо. Куда-то сюда. Знание духов слух разведан. Здравствуй, ты как раз вовремя. Я наконец-то понял, что хотят сказать эти камни. Кому-то они окажутся обычной грудой камней, но я знаю, что это ключ. Видишь, одни камни длинные, другие короткие. Это ноты какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает ворота в подлунные норы. Но не понимаю, как именно. Прямиком в норы, новое побочное здание, найти артефакт в подлунных норах. Так, это чернильные топи, а подлунные норы это где? Подлунные норы. Родник. Так, подожди, подлунные норы это... Мужчина. Где подлунные норы? Черные топи. Непонятно. Дальше надо пройти. Ну, я так и поняла, что дальше надо пройти. Есть что тут, нет? А-а-а. Подожди. А как мы? Мне вон туда надо. А я там была? Подожди, я же там была. Кажется. Кажется, была. Длина камней и колокольчиков связаны? Как сложно. Как сложно. Каких камней? Каких камней? Так. Для чего эти колокольчики, я не могу понять. Мелкая тут меня еще мозг выносит. Вот почему именно, когда я стримлю? Сейчас, секунду. Ой. А, вниз проход откроется, если сыграешь мелодию, ёптить медь. Камни передайся там. А, вот эти вот камни, да? Ёж моё ж. Так, а... Так, а как мне сыграть эту мелодию-то? Не совсем понятно. А, поняла. Да? Так? Поняла, надо просто по ним прыгать, но в правильной, правильной последовательности. Да. Так, получается, так, а как тут камни? Тут их так много, тут как бы три колокольчика всего. А камней тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 камней. Чё, проход открылся, не? Я неправильно, походу, сыграла. Надо правильно сыграть. Начинать надо с какого? Может, с серединки? Так. А, надо прямо под... А, ни хрена себе, это сложно. Получается...
Это надо 7 сыграть этих. Нифига себе, я как бы музыкант. Я понимаю, но не понимаю. Получается... Ну нифига ж себе, это сложно. 7! Я-то думала 3, блин, 3 проще. Так, ну получается, первую самую низкую надо сыграть, да? Потом... Потом какую? Самую низкую — это серединка. Получается. Потом вторую... Они друг за другом, да, идут? Или как, они еще, как понять еще, как они идут, блин. Хрена себе. Первый длинный колокольчик, второй маленький, а третий средний. Ёптить медь. Мне уже пьяная банда медведя оттоптала, походу не пройду. Да нет, пройдешь, просто надо понять последовательность. Тут как бы дело не в этом. Первый длинный. Вот этот, который посерединке. Это я поняла. Длинный, короткий. Два средних. Длинный, короткий, длинный. Ёптить медь, это еще надо запомнить. Так, ну длинная — это вот серединка, получается. Потом вот тот, который слева. Так, короче, я буду по-другому. Серединка лево. Потом право-право. Мне так проще. Потом опять серединка. Нет, потом лево, серединка. И лево. Ё-моё. Нет, я запишу, наверное, себе секунду. Тут же, получается, нужно на камни посмотреть. Только эти камни так расположены, как бы непонятно. Тут, получается... Ладно, сейчас попробуем. Так. Значит. Да, тут не слух решает. Тут именно последовательность правильная, и её нужно запомнить, понимаешь? Так, ладно, короче. Этот. Ой. Потом... Блин, не то. Еще раз. Подожди. А можно еще раз? Раз. Два. Потом какой? Не знаю, не то нажимаю. Блин, подожди, не, я запишу себе, короче, сейчас. Вот это загадки, ёптить медь. Загадки — это не моё, поэтому вы уж простите меня. Так, значит, я так напишу. Середина, потом лево. Лево, потом право два раза. Ну, как мне посоветовали. Так, право два раза. Потом опять середина. Середина. И потом лево и право. Ой, нет. Лево и... Блин, запуталась, короче. Люблю загадки, головоломки в играх. Это... Ну, блин, я тоже не люблю. Не, ну когда их разгадаешь, так классно же. Так, еще раз. Короче, середина — это длинный, короткий — это лево. Потом право — это два раза, это средний. Потом длинный — это который середина. Потом лево и опять середина. Во. Вот так, я думаю, я запомню. Не знаю. Но я попробую. Но это еще надо как бы не затупить. Так, давай, пробуем. Так, середина, лево. Середина. Лево. Право. Два раза. Потом опять середина. Потом... кажется, не то. О, открылась, смотри. Что-то это... Даже до середины не дошла.
Что-то открылось. Спасибо за подсказку, человечку, потому что если... Я бы тут сидела 3 часа и 3 года и мучилась бы. Ну, полезла бы в Google, естественно, в YouTube смотреть, как, чего. Но... Сама бы я долго думала, на самом деле. Так, нажмите поглотить свет. Ой. Так, свет предков. Свет духов прошлого напитал вас силой. Теперь все атаки наносят на 25% больше урона. Нормально. Неплох так, неплох. Так, ладно. Там какая-то внизу штучка-дрючка у нас внизу. А, это вот эта штучка, что под водой, да? Я, наверное, с ней мучиться не буду. Так, вниз проход должна была открыть. А вниз что-то не открыла. Я открыла вон тот. А, блин, серьезно, что ли? Ну, давай еще раз. Середина. А я уже закрыла эту. Не? О, нет, походу нет. Я открыла, но не то. Другая комбинация, да, должна быть? Вот как я должна понять, какая тут комбинация? Вот, серьезно. Вот 3 больших камня, вот эти вот длинные. Смотри, вот этот маленький, это типа короткий. 2 средних, да? Короткий. А потом что, длинный, что ли? Потому что они как-то сзади расположены. Или не... А, нет, подожди. Короткий и короткий, вот они впереди. Потом 2 средних. Я, кажется, врубилась. А потом 2 средних, а потом 3 длинных, что ли? Не совсем понятно. А, не, подожди, смотри. Короткий, потом опять короткий, длинный. Потом длинный, 2 средних и длинный. Походу так. Ёптеть, медь, это так сложно. Так, сейчас я запишу. Я, кажется, разглядела, как они расположены. И вроде поняла, сейчас. Если реально это правильно будет, я охренею от себя. Значит, вот получается короткий. А подожди, а короткий это какой? А короткий это какой? Надо еще понять. Короткий. Потом опять короткий. Потом длинный. Потому что они на одном уровне расположены. Потом 2 средних. 2 средних. И потом... А, не, потом длинный. Длинный. Потом 2 средних. И длинный. Вот так как-то. Вроде бы. Ну-ка попробуем сейчас. Жесть. Ой, так. Короткий. Короткий, длинный. Короткий это вот тот, походу, да? А, подожди, а как я до него должна допрыгнуть? Или короткий это вот этот вот, скорее всего. Ну-ка. Короткий. Потом опять короткий. Вот этот. Но мне кажется, я неправильно. Потом какой, потом какой? А-а-а, все, я уже запуталась. Короткий, короткий, длинный. Длинный, 2 средних и длинный. Короткий это который посередине, да, считается? А, ну вот, я правильно, значит, подумала. Слева который это длинный, да. Вот, все правильно, значит, я думаю. Так, хорошо, теперь просто я просто не могу запомнить комбинацию. Короткий, короткий, длинный. А, короткий, короткий, длинный, длинный. 2 средних и длинный. Ёптеть медь. Так, короче, короткий. Длинный 2 раза. Потом 2 средних. А до длинного я не допрыгну, подожди. После среднего я до длинного. Значит, я неправильно посмотрела. Ну я же вот, я вот явно вижу, вот эти вот камни, они на одном уровне. Вот эти вот, вот этот маленький, еще один маленький,
и большой, они вот вместе. Потом идет вот длинный, вот он идет, вот его видно. Потом два средних и самый последний, вон тот вот длинный. Только как я до длинного допрыгну? По идее, должна допрыгнуть. Так, еще раз, я просто не допрыгнула. Зараза ты такая. Так, два раза короткий. А, два раза короткий, блин. Потом два раза длинный. Потом два средних. И длинный. Правильно? Не, ни хрена. Блин. Пробуй длинный, короткий, два средних, длинный, короткий, длинный. Ёптить медь. Надо записать, я так не запомню. Жесть какая, блин. Значит, я неправильно разглядела. Так, длинный. Либо за... А, типа задом наперед надо было считать. Так, длинный, короткий. Два средних. Жесть какая, блин. Два средних, длинный, короткий, длинный. Ё-моё. Это слишком сложно. Это очень сложная последовательность. Ох уж эти японцы понапридумают. Ну, блин, они со своей... У них там судоку, шмудоку, там маджонги всякие. Для них это, наверное, не сложно. Так, ладно, длинный, короткий. Так, а как я с длинного-то начну? Я с длинного не смогу начать. Подожди, длинный ты имеешь в виду, это вот этот, который? А как я до него допрыгну? А я до него допрыгну вообще? Ну, а, в принципе, не, отсюда-то могу допрыгнуть. Наверное. Давай попробуем. Так, длинный. Короткий. Два средних. Опять длинный. Короткий. А? Блин. Ай. Я затупила, короче. В конце, что длинный, короткий, длинный, я затупила. Так, еще раз. Длинный. Короткий. Два средних. Длинный. Короткий. О, спасибо, блин. Офигеть, как это сложно. Это жесть просто. Просто жесть. Прямиком в норы. Ё-моё, мы пришли в норы, что теперь? Раз уж открыли таким офигенно сложным путем. О, подлунные норы. Здрасте. А, вот так же стрелять можно. Это, на джойстике это делать не очень удобно. Вот на клавомышке, я помню, играла. Это было проще. А на джойстике это сложнее. Поэтому я предпочитаю просто бить. Наводиться сложно на джойстике. Поэтому проще вот так делать. Я такая меткая, что трындец. Ой, короче, нафиг. Нафиг его. Отстань. Ой. Да, блин, без твоей помощи бы я хрен прошла, на самом деле. Не, я прошла бы, но я бы нашла бы либо в интернете бы подсказку, либо это. Сама бы я долго додумывалась. Так, что у нас по карте? Так, давайте налево сначала сходим. Ага, как раз сохраняшка. Ой. Ну, пипец это, знаешь. Нам к пипцу не привыкать.
Мы, как говорится, прошли Dark Souls, третий Elden Ring прошли. Первый Dark Souls пыталась проходить, не прошла до конца. Но я к нему вернусь когда-нибудь. И второй тоже когда-нибудь пройду. Так что, как бы, это все фигня. Так. После Elden Ring, на самом деле, мне не особо ничто не страшно. Так, здесь что? Ой, ёптить, смесь. А-а-а, подобное было в первой части. Это трындец. А, так подожди. Подобное было... А как я тут должна? Ой, мать моя женщина. А как я тут должна? А я тут не могу. Мне, наверное, сюда рано. У меня какого-то навыка нет. Скорее всего. Я помню, подобное было в первой части. Это жесть. Elden Ring, убийца желаний, напоминая о нем. Почему? Почему? Так, здесь, наверное, какой-то прыжок нужен охрененный. Или что, я не знаю. Мне кажется, здесь... Я здесь не допрыгиваю. Я здесь не допрыгиваю. А как я тут должна? Неох, кстати, да, неох, я это с буквой Х произношу, хотя, типа, правильно без буквы Х, но я говорю неох. Неох второй тоже надо будет пройти, кстати. Первый я прошла, но не там, DLC не все прошла. А, вот, а так, основной сюжет я прошла. Ну, неох тоже такой, местами бесячий, и то, что вот дальше, чтобы пройти, надо фармить, блин. Надо качать уровни, надо, короче, там жесть, там... Дальше, ну, New Game-то ладно, это как бы понятно, там сложно. А вот DLC, блин, чтобы пройти дальше, тоже там как бы надо подкачаться. А чтобы качаться, это надо... Блин, а как я тут должна? Подожди. А, подожди, может, тут здесь? Так. Блин. Так, ну, допустим. А дальше? А дальше я вряд ли, да? Дальше я вряд ли. А, нет, могу дальше. Могу и дальше, да? Может, ты плюнешь еще, нет? Ладно. Ах ты, зараза, плюнь еще. Блин, не допрыгиваю. Еще раз плюнь. Да не от тебя, я вообще-то от твоей штучки, дрючки хотела. Так, ладно. Докуда-то дошли. А! Докуда-то, блин, дошли, конечно. Я дошла до туда, откуда пришла. Гениально. Да. Это круто. Это так круто. Это просто офигенно. А может быть, мне сюда еще рано, может, мне каких-то навыков нет. Ой, мне проще так вот драться. Ну что, на джойстике прицеливаться это сложно. 10 часов игры на одно прохождение, от игры едва не убила во мне желание, игра слишком большая. А у меня не, у меня чуть, не знаю, у меня больше, по-моему, даже, чем 200, надо глянуть потом. Хотя, может, и 200, а может, больше, чем 200. А, с самого верха вниз прыгай, выше вылетишь. А, с самого верха. А, что-то не сохранилось, что ли, эта хрень, я не поняла. Я же забрала. Надо было сохраниться после этого. А как я эту фигню тут забрала, кстати? А как я ее тут забрала? Подожди, я же как-то забирала. Подожди-ка. Смотри, он здесь как-то высоко подпрыгивает. А как я ее тут забрала? Я что-то даже не поняла. Так, подожди, а что я тут нажимаю? А, я тут что-то нажимаю, короче, и он тогда выше летит.
Блин, карту забрала и не это. И не сохранилась. Молодец. Молодец, красава. А, подожди-ка, ну-ка еще раз. Я вот вверх нажимаю, и он, короче, летит выше. Ну нет. Левый телепорт и сверху вниз. А, левый телепорт. Так, подожди. Левый, говоришь? Сверху вниз. В смысле, вот так что? Ой. Тут типа разгон имеет значение, да? Я так понимаю. Походу, да, тут разгон имеет значение. Ах ты, ёптить имеет, серьезно? Офигеть. Я сейчас помру, скорее всего. Можно? Спасибо. Подожди. Так, подожди, карту-то надо забрать. Да, подожди. Карту-то забрать надо. Да, блин, карту забери. Ах ты, зараза. Поняла. Ладно. Ай! Блин. Уже все, уже мимо. Так, ну я во всяком случае поняла, как. Ага, все. Понять-то поняла, но как бы. Можно я заберу карту? Ай, блин. Уже все, уже мимо. Давай помрем, помри, короче. Бедный Ори, как он страдает из-за меня, ну серьезно. Так страдает, бедняга. А. Да ты можешь карту забрать, собака-то. Ой, ёптить медь. Возможно, реально было бы. На клавиатуре, может быть, это было бы проще, потому что местами, где нужно наводить, подводить, так сказать. Надо вот после этого как-то сохраниться, что ли. Да ну почему ты такая косая? Вот как я теперь должна? Ой, меня хуже, он за 10 минут игры раз 20 помереть. Так и у меня так же, чё... Сколько вот я раз уже померла, не знаю. Гениально, восстановила жизнь и померла. Ну вот все, я, получается, застряла, да? Бедный Ори. Ори, прости меня, ради бога. Я косая, ну что я могу поделать? Надо было влево, блин, а я вправо, лошара. Так, ладно. Да, мама, блин, вообще лошара. Да ну ты чё, ё-моё. Ой, жестокое избиение Ори просто. Просто жестокое избиение. О, да. Ты не помереть только. Только не помереть. Ой, так, ладно, допустим. Так, куда-то наверх можно, да? Давай, плюй. Да ну, блин, не в меня же плюй. Да. Да.
я, блин, я говорю, на джойстике это так неудобно делать. Зато все остальное удобно. Говорю, мне проще так. Ай. Творишь. Проще вот так завалить. Да, блин, сдохнет он. Спасибо. Уф, так. Здесь дверь, здесь... Ой, здесь ключи нужны. Так, у меня только один ключ, да, получается? Один, надо четыре, ёптить. Надо четыре, хорошо. Так, тут няшка, вкусняшка лежит. Так, ну, значит, нам туда, вниз. По-любому. Так, чего? А, это откуда-то я сюда прилечу, да? Пошли вниз. Ох, ёптить медь. Это будет боль и страдания. Боль и страдания. Так. Ясно. Что-то ничего не ясно. Так, а это для чего? А это куда? Капец. Так. Это, наверное, развивается. Скорее всего, чем-то. Или кем-то. Кем-то или чем-то. Так. Карту вижу, вон она. Ой, блин. Так, а это зачем? Я вернулась. Не, верните меня обратно. Давай, удачи, котелок. Спасибо за подсказки, за помощь. Дальше будем сами. Тебе удачи тоже. Так. Ой. Ага. А вон она, карта, вижу. Так, это мы что открываем? Ясно. Что по времени? Ой, по времени уже 43 минуты уже записываем. Нифига себе. Как же это долго. Так, ну сейчас, наверное, карту заберу. Это видео закончу. Так, а карту заберу. А как я ее заберу? Вопрос на миллион. Забрать ее как-то надо. А, что? А, все, кажется, выбилась. Но нет. С горем пополам. С потерями большими. Ну а что поделаешь? Так, ладно, это только вторую я забрала. Значит, нам надо куда-то еще выше, вот сюда получается. Понять бы еще как. Так. Это куда? Ага. Ага. Так. Дверь. Что-то мешает. А, я должна успеть, получается, да, за это время. Хорошо. Сейчас полностью откроем.
Надо успеть туда проскочить. А как я должна успеть? Еще прикалываюсь. Я не успею. Так, я уже не успела, потому что я не могу понять. Нет, вообще не сюда. Вообще не сюда. Сюда-то не надо. Уёптить меня. Не надо же сюда, ёж-моёж. Хотя... Так, я всё, я потерялась. А, как я туда наверх-то попадаю? А, я через низ как-то попадаю. Как-то через низ. Да, вот как-то отсюда. Так, подожди, через низ, ТП, а как я должна? Она вот эту я... все. Так я не успею, вы чё? Как я должна успеть это все? Я не успею при всем желании. Как я успею? В какую я эту прыгала-то? Сюда. Я ж какую-то штуку... А, вот в эту штуку... Все, вспомнила, поняла. Все, поняла, поняла, поняла. Вот в эту я прыгала и, соответственно, вот сюда попадала. Так, все, поняла, сейчас. Сейчас надо это быстро проделать, успеть. А, вот так вот это быстро проделывается. Все, прошла. Здесь босс, да? О-о-о-о! Так, босс, босс, босс. Или кто-то. Ну да, ты такая меткая, что трындец. Давай, плюй. Я говорю, на джойстике это очень удобно. Пока попадешь, блин. Попала, не? Поздно. Попала. Ой, с жизнями-то беда. Так. Блин, давайте я, наверное, на этом видео завершу. Потому что дальше что-то вообще какая-то жесть кажется.